Всем привет! С вами снова я, Black Falcon. И сегодня я буду играть в Mortal Kombat 10. Буду проходить истории. Первые две главы в планах пройти. Сейчас пусть пока загружается. Но для начала я бы хотел показать вам, как получить легко прыж. Сейчас загружается только у нас. Прыж называется перебежчик. Получить его достаточно просто. Сейчас вы даже увидите, как его получить. Сейчас игровые данные обновятся у нас. Так. Так. This is the Mortal Kombat faction war. Сейчас. You will now join one of Война five фракции. Factions. Пять фактов. Линкуэр, Спешнаш, Белый Лотос, Черный Дракон и Шарфство Тени. Братство Тени, то есть. Я выбрал фактор Линкуэр. Нам пока показать вступительный ролик. Показываем фактор чемпиона. Как это все делается? Choose your faction. Я выбрал Лин Куэль. Но вот же как легко получить один плюш. Наверное, надо просто поменять факшу. Choose your faction. И сделать это. То есть попасть во всех факшах. Выбираем факшу. Черный дракон сейчас. Затем. Идем выбираем. Блатство тени. Ну, я думаю, вы это и так уже поняли, что я делаю. Чисто покажу, кто не знал. Наверное, уже все знают, потому что игра вышла давно. Скоро один выходит. Затем выбираем спешнаш. И белый. Так. Ну, потом все делаю. Ненавидел, что я буду регистрировать, что я покажу вам свой плей и все такое. Так, не то. Так. И пятое это белый лотос. Вот, плюс получен перебежчик. И сейчас вернемся в линкой и будем уже играть за него. Давайте, поехали. Один игрок, сюжетная линия. Новая игра. Millions of years ago, ну, к счастью, Shinnok, one of the elder gods, turned his fallen deities into the earth realm. Остальных и вторых созвездное шалство. Сейчас не буду чисто так. Шадоэн и ставшие боги остановили Шинока и заперли его в преисподней. Буду говорить своими словами. Локал Шинок. Others followed in Shinnok's footsteps. Like Outworld's Emperor Shao Kahn. По Шао Кану, скажу, что Шао Кан. Наш старый Довуган. So Raiden convinced the elder gods to enact the Mortal Kombat tournament. И Raiden убедил тогда богов организовать Mortal Kombat, чтобы дать шанс. For generations, Shao Kahn. Все долгое время Шао Кан приходил все равно с видением богов. The arena, where he sent his и война была на арене, где лучшие большие дрались с лучшими. Еще два года назад мы победили его. То есть, 52 года. Но Шао Кан не смирился с положением. Что он нарушил правила и вторгся. Большинство соседей земли были убиты. И обращены в демонических воинов. Но несмотря на что, Шао Кан был остановлен. As punishment. В наказание ставшие боги уничтожили его. We thought the long nightmare was over. Все думали, что кошмар позади. But it turns out that Shinnok. Но оказалось, что всем стал Шиннок. Вторжение Шао Кана и его смелость. Его рук дело. All part of Shinnok's plan. Все было частью его плана. Что он хотел продолжить войну с ставшими богами и бежать из преисподней. Thank you.
Потому что думаю, я успею пойти 10 именно до выхода 11. Очень на это надеюсь. Так, мне не будет пока вообще это, и начну уже чисто как обычно начинаю. Я понимаю, что же наш? Вот какая-то фигня. Ничего себе, монстры. Это, видимо, уже когда Испания начала вторжение. Во-первых, Джонни Кейдж. Джонни, подождите у меня. Тут вот сюда, так вот. Джонни, господи, вообще ни единого лажа такого не было. Джонни? У них, как понимаю, отношения, кстати, дела. Ну, чтобы все получить понятно, что там есть портал. Там же Бог нас ждет, его демоны. Блин, я не понимаю, что происходит. Кен говорит, что мы изменимся к худшему. Что тот Шинок намерен отловить, и что же говорит из Забрала Шава, что And we're not going to let that happen. Говорит, мы этого не допустим. Я думаю, что мы рады помочь. Отправим Шинок обратно в преисподнюю. Джонни пытается сжать эту штуку. И пилот убит. Это Скорпион. Его рук дело. Скорпион просто всех мочит. Кент ранен. Не так просто. Скорпион. Надо нажимать правильные кнопки. Окей, это блокируют атаки Скорпиона. Так. С трудом получилось. Но главное получилось. Кент со Скорпионом летят вместе. А это кто такой? Это Саб-Зиро. Почему-то он уже не киборг. Видимо, кончить сделали ва-банк. Икс. Выворачиваемся. Так. Выглядит что-то довольно так эпично. Я, конечно, тоже хотел, но не на видео, еще надо на видео тоже пойти. Так, неплохо. А жаль, что это же Скорпион. В нокдауне. Скорпион. Кенши вернулся. Отправим его вниз, когда Скорпион может справиться с Голкуном. Наверное, это больно. Желтушка развивается, но что они все в порядке вроде бы как. Скажем, вы еще, конечно, ближе. Желтушка, что немного потопишь его. Что ж, первый раунд, поехали. Первый дал уже ноль. Дал пах от меня. Что ж, будем драться со Скорпионом. Пока кто здесь главный. Использовать копье. Скорпион.
Тож рентген? Твой колюс. Отведай-ка, якшелей, шкалукион. И пилан за мной. Раунд номер два. Поехали. Бой будет слежен. Захват. Так. И... Так, притягиваешь такой топлем. Кидает меня предмет. Так, так, так. Но победа же мной. Вроде уже нужно вернуться к вертушке. Ну вот, Соня, беги оттуда. А тут собрал же малаживый наш. Готовится меч, хочет покончить Кейджа, но Кейдж в полярке. Даже удача увернуться. Вращается Соня, а покидывает собрал. Ну, что-то неприятно. Поехали. Джонни против Шабзива. Первый удар за мной. Так. Установка у меня там завершена. Надеюсь, вам это не мешает уже давление. Рентген. Рентген, я сказал. Значит, рентген. Бой начал, чтобы делать. Так. Неплохо. Кейдж побеждает. Раунд 2. Поехали. Глубокий вон мой вошок предмета. Так. Но же я такой неплохо, учитывая то, что он один из моих любимых персонажей. Не самый любимый, но один из них. Но у меня много любимых персонажей, кого я люблю играть в Mortal Kombat. Много же кого я умею. Так. Опасный бой. И победа за мной. I liked it better when we fought on the same side. Кейси говорит, что ему больше нравится, когда Шабзива был на нашей стороне. You okay? Так же, как Соня. You fared better than the men. Кейси говорит, что нам повезло больше, чем большим. Кейси говорит, что добавим к список Шабзивания. Так кто Шинок будет получать людей. А то здесь жестко такой бой. Два бога. Бог грома и бог воздух. Кого жены. Я это спасаю от Фуджина. Но бой такой тяжкий у них. Слишком много этих тварей. Я это накушаю. Но в девятом, конечно, персонажи выглядели лучше, я скажу. Друг друга спрашиваем. Купить защиту. Лен говорит, уже поздно. Слишком уж много есть. И это кончи.
И еще могучие боги земного шалка. Да, вы что-то оскорбляете это место? И жить здесь? Уверен, что он у вас сейчас с душами. Штрайкел, Шиндел, Кабал. You abandoned them to their deaths. Говорите, ты больше их убивать, а он вернул их. Да, говорю, это хуже смерти. А хотя все такая же жертва и тебя. И Шир на такую шану за живо пожал. Забирают в плен. А нет, пошкали в кучу убитые тела шарлинских монахов. Обсуждают. Джакс. Джакша. Ночной волк. Night Wolf. Бьет в атаку. А, это походу был Шимолк. Вместе с Джаксом. Я его чуть не перепутал, шнуп шайба там. Ну, шайба это же был уже больше, чем надо. Это именно Шимолк. Смок. Смок из dead. Что Шимолк умел? Я Энео. Зак сбивает Шоню. Джакс это ее последняя миссия, накидается Кейдж на Джакса. Кейдж на самом деле не ударил бы. А так говорит, что с удовольствием убьет Джонни Кейджа. Что ж, поехали. Кейдж понял Джакс. Кейдж удал за Джакса. Что-то он слишком живой у нас. Чувак, остепенись. Ты чего такой шилой? Остудись мой пыл. Ничего себе, он меня просто вынес. Раунд 2. Так, Линген, похоже. Надо сорваться, такого напова от Джакса, скажу вам честно, я не ожидал. Бонус от Джонни Кейджа. И 1-1 наш. Решающий раунд. Пока неплохо. И выигрывает бой Джонни Кейдж. We're gonna fix you someday. Говорит, что придёшь снова Джакса рано или поздно. Well, nice seeing them again. Знаешь, такая, что важно снова их увидеть. Соня вздыхает. Соня. Кстати, не настоящий Джакс. Got the elevator? Yes, the elevator. Sento contains the souls of my ancestors. They guide me. Could they hurry the hell up? Go to be. Нельзя ли побыстрее? Anata ga hirakimasu.
Сейчас полотенчики. Going up. Fall back now. Сейчас пока отшипать. Go on. You guys stay here. Close the door. Двум кейс показывают остаться здесь, чтобы закрыть дверь. А тут идет бой. Это уже не в самом разгаре. Леден и Тубин отшипают. С таким напалом не справляются. Конь тело жжет. Хорошее это будет. Сегодня вас давили. Вот чем ловушка была. You see it now, Raiden. А, это Шиннок. Your legacy. Говорит, что это его наследие. You poison their hearts with hope. And what do you offer? The same as you did millennia ago, when you betrayed your fellow elder gods and attacked Earthrealm. We stopped you then, imprisoned you in the Netherrealm. We will do so again. Remove the shadow from the light. The shadow grows. The legacy of life is death. 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 Кабал Ваню удалил. Лейден входит в флагшмо в небе. Сам кончик кидается на Лейдена уже. Снова Лейден попался. Бой идет именно ожесточенный. Их слишком много. И Шиннок их просто отталкивает. Will not touch the Jinsei. Oh, I will. Тогда все не коснется источника, а Шиннок говорит, что коснется, и земля познает истину смелки. Можно защитить Шиннок их в амулет. Например, из рук этот амулет самый выбивает. Это Джонни Кейдж. Если ты не заметил, ты кажешь, Шиннок недоволен. Отталкивают Кенши. Шиннок говорит, что это его. Сейчас он уж слишком. Жаль, что они киллятся на Шиннока, но он их просто в легкую избивает. Даже не глядя в сушке. А мне там явно того не хочет. И говорю, что Шиннок присоединится к нему первым. Джон с этим не согласен. И неизвестное магическое зеленое свечение. Джон говорит, что не знаю, что с ним случилось. Но говорит, что типа не тронь ее. Что ж, твоим Шиннокам будет тяжко, посмотрим, что у меня получится так. И в результате что даже бывает поблоки что-то. Так. Не знаю, но что-то я в него кинул, короче.
рентген. И хватит мне этого, нет. Так, один глаз. Пила он за мной. Лау номер два. Так. Но бой тяжкий. Это шоу, это шинок у нас. Но это не Шао Кан, конечно. 1-1. Рентген. Выходит. Так. Больше ему гулем. Но он шашлый бокс, такими только так и надо. Так. Победа за мной. Фил, прыгни, можешь сказать? Говорит, что ты и впал, падший. Снова все учение. Johnny Cage, the amulet. Лерю, типа амулет. Шинок в шоке. Тот отдает амулет Лейдену. И Шинок снова сейчас уже точит в этот амулет. Уже не в преисподней он будет, а в амулете конец. Enjoy the new digs, Gramps. Как раз тот самый амулет, который был у Лейдена и в девятой части. Соня? Лен, Кейт сразу бежит к Соне. Did we? Yeah. We got him. И Кейт говорит, что мы его победили, типа. Remain here. The chamber's properties will heal Sonya Blade in short order. Типа, надо быть здесь, типа, быстро исцелить, все такое. Quan Chi and the others, they're gone. Кейт говорит, что те сбежали. We can deal with Quan Chi later, Kinshi. И говорит, что замучил Quan Chi позже. А я говорю, что сегодня не получил награду, кто и не рассчитывал. Что Шинок снова улетит. Я говорю, что они не смогут, сейчас невозможно. Шинок can never escape. War is not over. Кейт говорит, что война не окончена. Так, почему улыбается Кейт? She called me Johnny. А Кейт доволен, что у них все нормально. 20 лет спустя. Raiden told me later that I'm descended from some Mediterranean war cult. Bred as warriors for the gods. I've never been able to resummon that green halo. И говорит, что ему не удалось так вышло то освещение. Лерин считает, что это из-за любви это освещение вышло было. How about you, Cassie? Can you summon anything like that? Or did it skip a generation? Take it easy, Jin. Чекала, что Кейджа Кейдж. Or Aram. Or Kurdistan. Did we, Jackie? Nope, we didn't. Shaolin monks ever send you there, Jin? I've seen plenty of action. Takeda and I both. Stuff that blow your special force You're beautiful and unique. Я типа вообще прекрасный, неповторимый. Now, as I'm sure you're unaware, judging from the lack of gift cards, today is our team's 6-week anniversary. Secretary Blake says he's pleased with our progress. You could spit in his hair and he'd be pleased with our progress. He was smart enough to have Mr. Cage put this team together. And I'm glad the Shura Ryu chose me to join. New places, new faces. As the secretary pointed out, us older folks are going to retire someday. So it's time for your generation to step up. Shaolin, Shirai Ryu, SF. Together.
For your team's first mission, задание до башни Дахлама Линкоэль. We haven't heard from the Grand Master in a while. Отшибчиво давно не было вестей, и надо увидеть, что он типа все на стороне. If things flare up again with Outworld, we need to bring him in. But don't be surprised if Sub-Zero's not willing to cooperate. Why are you worried about Outworld? I thought Kotal Kahn respected the Reiko Accords. He does, but he's facing a civil war. И говорит, что если мятежники победят, факт только нет. Глава 2. Котэн Кан. Ну, будет пока не так же подвигал выше, будешь петь. 20 миллионов, видимо, когда будет Кану. Девогу, что Курикан всегда прыгал, все же ушел. I'm just saying, upgraded weapons, high intel, and poof. Done. Might be nice to keep You know Melina's location. And a whole rebel army. It's gotta be worth at least 50. I must attack her immediately. Кот говорит, что он должен закончить войну немедленно. You say, it drains us. Right. Do we have a deal? Так, мы договорились. What is it, Devora? The Emperor should not be concerned. Accident ahead. Его говорит, что она уж нет проблема. Make way for Kotal Kahn. Move. Дорогу. The Tarkatans are in position. We await your order. It is given, dearest Tanya. Нападение. Stopping a carriage is nothing. Killing false emperor requires power. Power you have, Melina. И говорит, что ты обладаешь силой и не хочешь ее типа племенить. А вот у нее. Но говорит, что ей нужно время. Больно повесить ее. Шоков Таш прям существован. А Дэн говорит, что дождь не убивает, когда придется. Она надеется на Кана, чтобы сделать за то, что ему уже плачено. Сейчас от того, как там. Нападаю на него мака. Но это очень глупо. Эван Блэк. Мне похер такие приемы. Акта Токнори. Не направлю, за кем разговаривает? You said a mouthful. Акана готовится к телефончику от Айкана. Но у него это не выходит, так. Повалено. И... Повалено что-то экран. Но удалось удалось, что мне нанесли. Кажется, немного подвагивает. Не знаю. Лук. Квадрат. Ну, если справишься, то немного. Возможно, мне сейчас ты кажешь.
и говорит, что другая помощь типа ты лгал мне. Это говорит, что оставь себе свои 5 минут. Что мне можно заплатить вдвое больше другого. Что ж, Кутайкан против Кан, поехали. Феодал за мной. Кинем по булику. А не кинем, не удалось. И как играть за Кутайкана, я не понимаю. Она не даст мне понять, что мне делать. Так. Ну, первый сядь по чарморском, получится долго, не знаю, насколько. Так. Надо сейчас на блоках. Так. Сделаем ганген. Надо в себя прийти. Я восстанавливаю силы. Как я тут все отсидел? Он может помочь. Если мне дадут его еще сделать. Да капец. Да, будет тяжко. Ладно. Дубль 2. Melina's given me twice to take you out. Пожалуйста, удастся мне побить его со второй попытки. Тупой Кутайкан. Один из моих самых нелюбимых персонажей серии, как и ваш. Так и. Ну и Кана тоже такой. Один из таких ненавижных мне персонажей. Кинем бабульку. Удалётся. Даже ты же это получил. Бабулька, надеюсь, он же это почтит. Победа за нами. Раунд 2. Кана, ты мне дашь что-то сделать? Неплохо. Блин, что это значит? Как давать уже этого придурка? Объясните мне кто-нибудь в комментариях. Буду вас почитать. Так. Так, я что-то хотел там сделать, а ты мне не дал. Никакой зиган. О! Неплохо. Я кое-что понял. Так, что ты еще можешь, Котор? Жалко же минус Шалканова в нашем мире. Победа за мной. Хорошо, не стоит даже глядя на его башмаке. Но это не вошло. Я с ним согласен. Хотя оба меня бесят. Хочешь убить Кана? Хочешь его? Но нападает Таня. You are the Edenian, Tanya. Типа, ты Таня сегодня? Ты лучше пошнашь на его фоне. I will never forget. Я никогда не забуду тех, кто освободил Мелину. Та поклялась, что свободный Эденю, а ты это типа отказался делать. А что, Скотт говорит, что объединенный внешний мир выше твоего. Та говорит, что тебе никогда не объедините его. Говорит, что мне мешает лишь мятеж. Что ж, поехали, Кутайкан против Тани. Да, уже ноль, кидаем. Бедную бабульку. Можно так еще поплыгать. Поле в Тане будет тоже тяжко. Так, человек там делает. Можно покидать его. Так. Можно даже рентген. А, так. Рентген я снял. Выходит. Но это больно, конечно.
Лаун 2. Так. О, я себя отсортал. Или уже нет? Её сейчас убивает и меня лечит. И победа же мной. С первого лажа. Слушай, ты глупая сюда не доверяешь. Кто же там катана? Melina. Kano was to kill you, miserable snake. Ronate. Когда это кто-то вот так он. Еще кто-то убивает его. Только там. И мне нужно сама кидаться на кого-то экрана. Another Adenian. Еще один житель Адения, якобы полубог. Он и лезет в бог. Собственно, Аргус. Surely Melina suspects your true intentions, son of Argus. И Котель падает вниз. My intentions are to teach you the difference between the Godhead and the Божеством. Поехали. Вот экран полетел. Тяжело же пленных приходит же. Вот это свет. Не дашь мне к свету ринуться. И первый раунд уже Лейна. Ладно. Тяжелый шипёвник он. Тяжелый. Сейчас сразу же делаем рентген. Сначала кидаем бабушку, а потом делаем рентген. Выходит. Походят. Бой тяжелый. И пиаван же мной. Что за пиаван? Один на один, то есть. Ну блин, этого чувака тяжело, конечно. Сам же его в игру не шали добавлять. Но она может быть и к лучшему. Покидаем его, что надо. Так. Бить бы его сейчас еще. Ленген. Да, победа за мной. И десятый, кстати, и Мухо легче девятого. Получил плюс. Значит, типа, теперь он умолкнет. Ушает Эван в блоку флюкончик, когда я его... Ты не тронешь его снова. Боже, он его не тронет. Хочешь ты выстрелить? Но тут вмешивается Мирлина. Лейн,
As the heir to my father, Shao Kahn, I, Melina, Khanum of Outworld, order your execution! Still wrong, for the record. Then, with the Shaco. Back. Pode diminuir toda a casca. Fazendo guiando. Oh, foi. E Telão de Noi 1-0. Не понимаю, честно говоря. Но я пока лечу немного, но лечу. Так, захват. Так. Зинген. Похоже, победа за мной. You will atone for your descent, Melina. Your blood will make right. Up the stair path. To the fire's edge. И Мелина использует амулет. Ноги просто уничтожены. Мелина сама падает. И Рейн удаляется вместе с ней. Его помогает понять, что он увидел. Жалко, что нахуй вы слепого Легуала. Так, посмотрим, сохранится, и на этом все. Once we hit the drop point, we split up. Jackie and I will come in from the south. You two from the west. Rendezvous here, the north entrance. Then what? A simple pick up and go? We bag him if he resists. Resistance might be more possible than you think. Don't sweat it. It comes to that, Sub-Zero will win. Не что случилось. Даже не слушает и улыбается. Глава третья будет за Sub-Zero. Но она будет за все в следующем выпуске. The forward defenses stand down as you command, Grandmaster. It is confirmed. Forward. It is time to entertain. All right, I've got point. You and Jin, that side. Move. Готовы они или нет? Уходит сам Sub-Zero. Сидят, что такие. И Кунжин сам идет в бой, без приказа. Лучше надо поговорить. А Sub-Zero говорит, что их сюда не приглашали. Grandmaster, we need you to come with us. Говорит, что он типа должен прийти. И они окружены. Demand my cooperation, yet you are cut off, surrounded. What will you do?
My father always spoke highly of you, Sub-Zero. He wants to talk. Talking. Always his first. Okay. Let's try pummeling. Бьешь кликарно, опять получается все это сделать. Кассандра Кейдж, you lead this group, but they do not follow. Ты командир, но нет, тебя должны слушать. Stop wasting time and take you down. И что ж, на этом все. С вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. До школы!